Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Слава Спец, и в этом видеоролике я вам расскажу, чем можно заняться на 5 уровне и как стабильно зарабатывать деньги от 200 до 300 косарей в день. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии и подписываться на канал. А все действия проходят на проекте GTA 5 RP. Чтобы начать играть, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе нужен будет самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи его и становись самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strafbury, залетай, будем играть вместе. Начнем с того, что вы уже прокачались до 5 уровня. Теперь вам открыты контракты и вы можете вступать в организацию. Причем не только делать контракты, если вы тулер, то вас могут взять в состав играть в Войны Семей. Это один из контентов на нашем проекте, трасса, тулево и так далее. Что можно делать в организации? Первое. Делать контракт мяса. Для этого вам будет нужна машина типа Raptor, Gelic 6x6, Coil Rivian или же TRX, ну а также можете взять Tesla Cybertruck. А так как у вас нету личной машины, вам придется брать ее в аренду через Favito. Суть контракта — это добыть 150 ящиков по 9 кг с мясом и доставить их на место сдачи. Стоимость контракта — $2000. Доход по выполнению контракта составляет $165 на руки за каждый сделанный груз, 24750 за 150 ящиков и 15000 на счет организации. Второй контракт — мусор. Для этого также вам будет нужна машина побыстрее и более-менее с нормальным багажником от 90 кг. Суть контракта — добыть 40 мешков по 5 кг, которые расположены в мусорных баках по всей карте, и доставить их на место сдачи. Стоимость контракта — $2000. Доход по выполнению контракта составляет $675 на руки за каждый сданный мешок, $27000 за 40 мешков и 15000 на счет организации. Третий контракт — это схемы. Для этого вам нужно будет приехать в порт, найти человека, который примет вас на работу. Там они всегда стоят у ворот, в принципе, на скриншоте вы все увидите. Доход по выполнению контракта составляет $120 на руки за каждую сданную схему, это $12000 за 100 схем в одни руки. Четвертый контракт — это швейка. Также едете в определенное место, а это где продаются сумки и рюкзаки. Там также стоят люди и нанимают на работу. Доход по выполнению контракта составляет $60 на руки за каждую сданную форму. Это $12000 за 200 рубашек. А теперь самое главное, как это все делать и совмещать. Если вы хотите реально поднять денег с нуля, вам придется вставать перед рестартом за 20 минут. Приехать на схемы, договориться с человеком, что вы сделаете ему до рестарта и после рестарта схемы. А если у человека в организации есть контракт мяса, которое нужно сделать, берете его. Тем самым не забываем, что нужна мясовозка, а это $3000 на аренду. Выполнив эти контракты, за 1,5 часа примерно вы заработаете 49000 минус 3000, это 46 косарей. Так как у вас проходит КД на организацию, вы выходите с арги и едете на швейку, и также берете контракт мясо и швейку. Там как договоритесь, выйдет у вас за это 36000, ну и сразу же минус 3000 за аренду мясовозки. А да, на швейке никуда ездить не нужно, сдавать рубашки нужно в соседнем помещении. Так чередуете каждые 2 часа схему и швейку в течение дня и делаете мясо. А если вы любитель муторного труда, можете взять и мусор. И так каждый день, пока не заработаете на первую машину, на нормальную машину. При этом можете по пути брать контру и девочку, если же вы состоите в мафии. Примерно заработок в день по такой системе будет выходить с учетом аренды машины, а машину, наверное, проще взять на 24 часа, но и если же это будет выгодно. $350000, делать схемы, швейка с мясом каждые 2 часа, чередовать эти два контракта, потому что у них КД 4 часа. После того, как вы после рестарта сделали схемы и мясо, у вас уже нет КД между организациями. КД у организации — это 2 часа. И все, потом на швейку с мясом, это после рестарта. После того, как вы сделали схемы 2 раза с мясом. И через 2 часа у вас откатываются схемы и так далее. 5 раз вы точно увезете девочку и контру. Плюс еще пару рулеток вы прокрутите. Конечно, можно зарабатывать другими способами, но я вам рассказал самый рабочий и безотказный способ по заработку денег. А чтобы было лучше прокачивать, покупайте платинум випку за донат поинты и прокачивайте работы, и тем самым клуб Rednecks до 5 уровня. Про клуб вы можете найти ролик у меня на канале. Братва, если вы хотите, чтобы я начал колить казик на стриме, вам нужно сделать актив на ролике и на следующих новых роликах. Прожимайте 500 лайков, и вы это можете как нифиг делать сделать. Да, и вообще, братва, давайте уже просыпаться и проявлять активность.
Я для вас стараюсь. Кому-то эти ролики помогают, а кто-то их просто смотрит. По-братски, прожмите много лайков и напишите свои комментарии. С вас актив, ну и с меня такая же отдача. На этом видеоролик подходит к концу. Всем, кто посмотрел до конца, большое спасибо. Прожимайте лайк, оформляйте подписку на канал, пишите свое мнение в комментариях. Всем хорошего летнего настроения и всем пока-пока.